Всем привет, с вами Аля из команды Na'Vi. Привет, ребята, с вами Ибо. С вами Костя, Мелман из Na'Vi. С вами Example из Na'Vi. Сейчас мы вспомним самые красочные моменты прошлого Глобала. Все, стартуем. Looks like they're gonna play spoiler on this one right now. It's gonna be a quick push coming out, but there you go. Now it's gonna be Example finding it down. He's making the push. You need to have your moments. And it looks like he's gonna try to have it. He's gotta be careful. Two members of Cerberus still in front of him. Goes for the spray, gets some damage out. Spots out another one. Example refuses to go. Нас уже вытесняла зона, мы уже, ну, у нас не оставалось другого выбора, как идти на Церберов. Был дан кол, что двое стоят сзади. Смотрят, прикрывают, а я и Example идем под синькой, под серверов. Поэтому для меня это только А. Больше я бы не поставил. Example, S-tier, перетаскиваю. Ой, сюда. И неплохая игра, в принципе, была. Я думаю, это C-tier. Один из неплохих моментов моей жизни, поэтому S-tier. Like they're trying to prep some type of vehicle fortification in front of them, and it's about the only option that they've got. Vehicles now are just going to go ahead and start to roll out. People should hear that engine shot's going to start coming out from Twisted Minds. Going to try to roll into it. Some shots do come out. Spyro's going to go down, and whoa! Na'Vi just runs right into this one. He is out inside the blue, though. That's great. It's all problem. Wow! Twisted Minds gets eliminated. That was an insane push by Na'Vi. У нас единственный, кто выдавливал зоны, и нам нужно было принимать какое-то действие. И так как мы тогда, я помню, знали то, что твисты на коре, в твистов там получится, не получится, но пуш был такой, своеобразный достаточно и очень сложный. Но так вышло то, что я остался, я там нокнул одного, и пацаны там на драфбай заехали и убили всех. Однозначно я бы закинул его в S-tier, потому что мы там, наверное, выиграли то, что не выигрывается, что очень сложно выигрывать. Так что, ну, это один из тоже самых крутых моментов. Так что я его не могу оценить меньше, чем S-tier тоже. Я бы отретил это как скорее что-то около A-tier. Так что я тоже отнесу этот момент в S-tier. Ladies and gentlemen, we have a new champion! Na'Vi's patience is rewarded in the biggest of ways. $1 million they now get a hold of. Очень непонятный для меня, потому что... Ну, лично мы не понимали в середине игры, что мы уже чемпионы, типа, и нам нужно доиграть до конца было в любом случае. Поэтому я бы тоже вастировал закину. Так что это, я думаю, А-тир для меня. В плане эмоций это, ну, хороший, крепкий А-тир. Самого такого понимания победы еще не было до конца. Well, he got pushed back into the blue. It's right next to him, the blue is gonna get the knock, a Tyrant's gone. That's gonna finish it off. Here we go! It's their first international title! The first title for their region! Your 2022 PGC Champions! Na'Vi! Финальная победная игра навсегда останется в моем сердечке. Я не сразу смог осознать то, что мы стали чемпионами мира. Не знаю, что еще даже сказать по этому поводу. Это надо прочувствовать. Именно после катки, когда ты встаешь, и ты понимаешь, что вот ты точно выиграл. Так что это однозначно самый лучший момент на турнире для меня, когда ты выигрываешь последнюю катку и встаешь чемпионом. Отнесу этот момент в A-tier. Одни из самых лучших эмоций, которые я испытывал, в принципе, в своей карьере. Поэтому определенно S. Мой однозначно самый лучший момент в жизни. Поэтому я закину его точно в S-tier. Это было первое командное поднятие кубка у нас. Это B-tier. И поэтому я бы закинул его в A-tier. Приятно, но недостаточно. Трофея для меня это A-tier. То есть поднятие кубка немножко хуже, чем в момент, когда ты встаешь победителем. И в конце на сладенькое у нас скины от команды Na'Vi, которые будут выходить 27 сентября по 25 октября. Это чемпионские скины, набор, который поможет поддержать как команду, так и игроков в отдельности. Все-таки для меня, я думаю, это S-tier, это важно. В принципе, это значит, что это история в игре. Очень красочные, прикольные скины. И очень круто то, что разработчики так поддерживают именно команды, которые вот выигрывают. Поэтому однозначно S-tier. Ватир. И приятно иметь в игре свои скины. Спасибо PUBG за такую возможность.
Это также очень важно. Буду рад видеть вас на пабликах в наших кинах. Всем спасибо, всем пока. Это будет большая, огромная поддержка для команды, для меня, для всех, кто участвовал в этой победе. Успех. Так что и ты сможешь выигрывать любую каточку с ними. Прикольные фановые скины, будем бегать на пабликах, мы точно, и ждем вас в этих же скинах. Всем спасибо.